Армянский премьер Никол Пашинян 1 марта выиграл уличное противостояние с оппозицией. Созванный им вечерний митинг в Ереване продолжился ночным шествием по городу, которое вел лично премьер. В этот день глава правительства пошел в контратаку на оппонентов и показал, что может быть властью и одновременно вести вполне революционную борьбу с оппонентами, пишет «Коммерсант». Никол Пашинян умудряется совершать в политике невозможное. Обладая в стране всей властью, он, когда нужно, мгновенно вживается в роли революционера. И эта магия работает. 1 марта по его призыву центральную столичную площадь республики послушно заполнили десятки тысяч сторонников премьера, говорится в статье российского издания. В статье далее отмечается, что Николу Пашиняну было важно продемонстрировать, на чьей стороне поддержка. И это получилось. Массовка на площади республики выглядела внушительнее, чем антиправительственный протест. То, что он здесь власть, Пашинян дал понять лишь однажды, извинившись в начале речи за допущенные ошибки. Остальную речь произносил уже не Пашинян премьер, а Пашинян революционер. В Армении, заявил он, только народ может решать, кто должен быть у власти. Это был ответ на требования оппозиции и офицеров генштаба о его отставке, которую премьер назвал попыткой отобрать власть у народа, подчеркивается в статье.